Сегодня, 10 июня 2016 года, более 60 тысяч жителей Донецкой Народной Республики приняли участие в шествии против ведения вооруженной миссии ОБСЕ в Донбасс. Граждане городов и районов ДНР прошли колонной по центральной улице Донецка в знак протеста против планов ведения вооруженной миссии ОБСЕ в Донбасс. Демонстранты держали в руках плакаты на разных языках, в том числе английском, немецком, французском, с призывами к мировому сообществу не допустить введения вооруженной миссии ОБСЕ. Колонна прошла от здания библиотеки имени Крупской до центральной площади Ленина, где, собственно, и был начат митинг. На месте проведения митинга были развернуты палатки, где жители могли оставить подписи под петицией к Совету Безопасности ООН против нарушений Киевом Минска-2. Безопасность жителей на мероприятии обеспечивали наряды полиции, МЧС, также дежурили машины скорой помощи.